Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики. С вами я, Антон, и я продолжаю выполнять операции в игре Surgeon Simulator. Оценка за предыдущую мою операцию по пересадке почек так меня вдохновила, что я решил и операцию по трансплантации мозга выполнить на такую же оценку. Но это вряд ли у меня получится. Вообще сделать очень качественно эту операцию проблемно, очень проблемно. Но я попробую. Давайте начнем. Постараемся, по крайней мере. Хватаем пилу. Очень профессионально. И аккуратно начинаем шлифовать черепушку этого пациента. Видите, да? Я сделал всего пару движений, а уже почти хп нету. Чувак, не танцуй Гарлем Шейк, я тебя умоляю. У меня один раз было такое. Так, падай. Так, рука застряла. Так, сейчас главное аккуратненько. Пинцетиком. Силой гравитации. Отлично. Быстренько-быстренько берем шприц. В глазик. Блин, шприц в руке застрял. Отлично, освободились мы наконец-то. Теперь берем, открываем крышечку. Достаем мозг. И аккуратненько, как в баскетболе. И что нам поставят? 5. Ну, знаете ли, это тоже очень неплохо для такой корявой операции, которую сделал я. Очень много он хп потерял, конечно. Но, тем не менее, нам поставили 5. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забудьте на меня подписаться, поставить под этим видео лайк. Вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере. Всем удачи. Всем пока.